Нож-косяк, А2. Нож-косяк – один из самых основных и универсальных инструментов резчиков по дереву. Применяется для выполнения резьбы в разных стилях, в том числе в стиле Татьянка. Нож-косяк бывает разной формы, но именно такой он приобрел у нас. Металл и закалка ножа допускают прогибание лезвия в необходимых пределах. Благодаря этому резы можно делать более ровными и глубокими. При этом радиус закругления прорезаемых линий любой. Именно таким ножом мы выполняем подрезание элементов по контуру. Например, в техно-ивушка и многих других. Толщина ручки достаточна для того, чтобы передавать усилие руки на лезвие. И главное, приближать нож максимально близко к плоскости дерева. Благодаря чему его можно использовать для выравнивания поверхности доски, фона плоских элементов, таких как крыло бабочки. Нож заточен и полностью готов к работе. Его можно использовать для выполнения резьбы по липе, ольхе, тополю, сосне, ели, осине. Для более плотных материалов угол заточки нужно изменить на больше. Он рассчитан на руку среднего размера, удобно лежит как в мужской, так и в женской или детской ладони, поэтому подходит для работы практически всем. Используя этот нож, вы с легкостью сможете вырезать геометрические узоры и элементы различной формы, глубины и размера. Нож-косяк Татьянка легкостью справляется с прорезанием кривых линий разной глубины и геометрии. Такие размеры ножа позволяют легко и точно чувствовать его положение, даже без визуального контроля. На лезвие помещаются указательные и средние пальцы одновременно, что существенно облегчает работу и манипулирование инструментом. Также он позволяет выполнять всевозможные операции, начиная от прорезания тонких линий для изображения шерстинок на теле животного или прожилок на поверхности леска и заканчивая срезанием большого объема древесины. Таким ножом можно довольно быстро и без особых усилий сделать из обычной доски разделочно, просто срезав лишний материал. Выполняя такую операцию, не забудьте подложить под вашу заготовку любую ненужную доску, чтобы не испортить лезвие ножа. При желании таким ножом можно прорезать заготовку насквозь, приложив достаточное усилие. Если вам нужен небольшой деревянный брусок для изготовления мелкой пластики или бижутерии, просто отрежьте ножом часть доски. Срезанную грань доски можно тут же отстрогать ножом, подготовив для дальнейшей работы. Ножом можно придать начальную, грубую форму скульптуре, ложке, кулону или другой заготовке, а затем детализировать ее при помощи стамесок или клюкарств. Ручка очень широкая и тонкая, скошена в передней части, благодаря чему ножом легко управлять, даже детям 80 лет. Например, его можно удерживать не только в руке в обхват, но и пальцами, почти как карандаш. Ручка ножа надежная, обладает высокими прочностными характеристиками, изготовлена из твердой древесины бука, покрыта лаком, металлическое полотно прочно закреплено в ней двумя медными клепками.
Заточки ножа при правильном использовании хватает на несколько лет. При этом важно примерно каждые 30-40 минут править лезвие на кожаном ремне или войлочном круге с пастой Гойл. Это действие занимает буквально считанные секунды и позволяет поддерживать инструмент идеально острым. Настолько острым, что нож с легкостью разрезает лист бумаги на весу. Нож-косяк Татьянка имеет три разновидности. Прямой, с двусторонней заточкой, и два боковых, с односторонней заточкой, левый и правый. Мы рекомендуем использовать их в работе попеременно по мере необходимости.